Столичный регион не просто основа. Потенциал, которым вы обладаете, по сути, представляет собой уменьшенную копию экономики нашей страны. У вас есть все. Представлены отрасли, все виды, все формы хозяйствования и деятельности. Помню, Минская область была отстающей. И вранья, и приписок, что только тут не было. Слава Богу, вот за последнюю пятилетку мы как-то выровнялись. Думаю, что вы не остановитесь, и при всех турбулентных обстановках, ситуациях вы будете двигаться вперед.